Отборочный этап позади. Из 30 детей Брянской области 14 ребят прошли на федеральный уровень. Проект «Взлетная полоса» позволит создать систему дистанционных возможностей для талантливых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С детьми, выпускниками сиротских учреждений нет рядом родителей. Мамы и папы, которые мотивируют, объясняют, подталкивают к учебе, где-то заставляют, может быть. И здесь основной акцент, основной упор именно на самостоятельной мотивации ребенка. Но очень важно, что в этом проекте предусмотрено еще и наставничество. И здесь мы имеем еще больше шансов, чтобы ребята взяли тот ресурс, который им сейчас предоставляется. Вам будет предоставлена данная поддержка, и в первую очередь вы будете подготавливаться к сдаче единого государственного экзамена преподавателями федеральных вузов нашей страны. Действительно, с вами будет подготовлена серия мотивационных лекций личностного роста. Вам будут организованы профориентационные экскурсии и встречи с интересными людьми, в том числе с наставниками, победителями конкурса «Лидеры России». Реализацию проекта в Брянской области обеспечивает УНФ, уполномоченный по правам ребенка, Департамент образования и науки, а также Департамент семьи, социальной и демографической политики. 30 детей, которые участвовали в этом проекте, они все были с желанием поучаствовать в этом проекте. Стремятся, несмотря на их сложности жизненные, они стремятся вот эту ступеньку, найти свое место в жизни. У них есть огромное желание. Эмоции на самом деле очень смешанные. Мне очень приятно попасть сюда с такой конкуренцией. Я очень рада за то, что у меня все получилось, и надеюсь, что в будущем так и продолжится. Я хочу поступить на Брянский государственный университет, на факультет таможенных дел. И этот проект, надеюсь, даст мне толчок в свое будущее. Своих не бросают. 16 детей, которые не прошли на федеральный уровень, останутся под крылом проекта на Брянщине. Ребятам не только помогут подготовиться и успешно сдать единый государственный экзамен, им также предоставят аналогичные условия для поступления в ведущие вузы нашего региона. Дети, которые не попали в федеральный список, из них будет сформирована группа. Они ознакомятся с вузами Брянской области, определяться, кто куда хочет поступать, определяться своей будущей профессией. И совместными усилиями с ними будут проведены занятия по подготовке к единому госэкзамену для того, чтобы ребят дальше принять на первый курс. Ребятам вручили сертификаты участников проекта и обозначили этапы взаимодействия с вузами. Онлайн-занятия по подготовке уже начались и продолжатся вплоть до выпускных экзаменов. А после поступления наставники останутся на связи с детьми в течение первого семестра. Дмитрий Белов, Сергей Дюков. События Брянск.